Привет, мои дорогие друзья! Вот сегодня у нас вторник, и я выгляжу вот так, да? Ну, по крайней мере, я стараюсь казаться более-менее симпатичной и счастливой. Вчера было совсем по-другому. Посмотрите. Натала все. Вот к чему приводит эмоциональность, энергичность в течение 5-6 дней. Жара, мало отдыхаю. Вот что мне вены повыкручивала. В общем, девочки, сегодня с утра я почувствовала такое легкое недомогание. Но оно незаметно, потому что жарко. Но мне так крутили ноги. И вот сейчас я только что ездила там по делам, приехала. У меня температура 38. Горло болит, забит нос. И посмотрите на мои глаза. Камера. Все, Нателла, все. Нателле надо проспать, отдохнуть. И все пройдет. Сейчас храпану и увидимся с вами завтра. С очень веселым, позитивным настроением, влогом. Многие мне пишут: Нателла, где силы берете? Нигде, девочки, вообще черпать негде. В театр не хожу, в кино не хожу, на танцы не хожу. Может, все это осенью возобновлю. Только благодаря вот этому вот телефончику. Потому что знаю, что надо включить телефон, записать видео. Надо и серьезно поговорить. Надо и потанцевать. И покривляться тоже надо. Девочки, дорогие мои, мы не лишены с вами детства в душе. Ни в коей мере. Я не хочу хвастаться. Но я хочу вам сказать, я не боюсь казаться смешной. Потому что от слова казаться, а не быть. Понимаете? И вот где ты берешь силы? Вот все, они меня покинули. Но мы женщины, да, девчата? Как птицы Феникс. Что с нами только не делаем? Мы можем устать, вымариться, нагавкаться, нанервничаться, поругаться. Но что нас женщин лечит, девочки, сон? Это так для нас важно, лучше всякой маски. Проснулась, умылась, масочку сделала, надела простое ситцевое платьице. Ножки чистые, ручки чистые, духами пахнет, на голове порядочек. В голове и на голове, и в голове. Да, девочки. В общем, мои хорошие, я поболею немножко. И вы должны об этом знать. Девочки, вы должны об этом знать. Ой, Людочка. Жарит. Я супчик сварила, так поела супа хорошо перед дорогой. Сейчас приехала. Мне дорога выматывает. А Людочка купила Матиаса. Ой, горло болит. Жарит картошку. Я говорю, я пошла спать. Она говорит: мамочка, иди. Я говорю, если ты меня, конечно, угостишь, я не откажусь. Моя любимая доченька. Да мы все любим своих детей. Девочки, нет плохих матерей. Нет плохих матерей. Нет. Женщина дала жизнь человеку, уже мать. Я не беру. Для меня вот этого вот ниши, ну вы понимаете, людей в зависимости, глубоко, они для меня не существуют. Я говорю про нас. Про нас. Матусь, мамочек, маман. Фазы-мазы, да? Ой, сестры-бразы. Я не могу. Да. Еще раз всем здравствуйте, мои дорогие друзья. Я сегодня выгляжу просто потрясающе. Просто потрясающе. Правда, без маникюра, но надеюсь,
Если звезды сложатся, да, сложатся, складутся, господи. В общем, если будет все хорошо, да, то, значит, все, сделаем антураж, потому что следить за собой надо. Ходим, не ходим, мы, во-первых, делаем это все для себя. Я сегодня проснулась как-то, ну, не очень еще хорошо, но меня подорвала огромная тревога в 3:45. И до 5 немножечко мы побегали, ничего больше, я ничего не знаю. Ну, скорее всего, это было, наверное, по всей Украине. Как ни странно, я вчера выспалась, да? Это я вчера немножко там побалакала с вами. И чуть-чуть, немного легче. Но сейчас время подходит к 12, и я чувствую, что меня кидает в жар. Но нам необходимо ехать договариваться там за Людиной по ремонту. Делать входные вывески. В общем, надо ехать. Машина не едет. Позвонила вчера одному мастеру, второму мастеру. В общем, ну, она едет, да, ну, вы понимаете меня. Но жду, короче, звонка от знакомых мужчин. Я как-то вам рассказывала, что я познакомилась с молодым человеком на дороге. Он помогал мне там тушить пожар в машине, в двигателе. Вот я ему позвонила, он сказал, что сегодня вечером даст мне ответ и сказал, что поедет вместе со мной. Ну, посмотрим, как оно будет. Посмотрим. Так, мои дорогие зрители, кто помнит сейчас, девочки, ой, платье покупала в 2000, то ли 2008, то ли 2009 год. Ну, я рада, что я могу еще. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Я его надеваю очень редко, только когда загоревшая. Ну и когда хочется, просто хочется светлых нарядов, как раз загоревшая. Кстати, у нас сейчас, у нас намечается ливень. Ну, посмотрим. Извините, пожалуйста, что, может, так я как-то немного слишком высоко, моя постелька. Высоко, потому что, ну, у меня такая тренога. Приходится немножко так вот вам задирать. Зато хорошо. Может быть, наконец-то перестану читать разную херню. В общем, я так хотела вас поблагодарить, мои хорошие. И вы, наверное, заметили, вот я сначала так могу влог начинать не очень ярко, не очень так вот, да, уныло. А потом я включаю камеру, и я вам серьезно говорю, я вас изучаю, я вас знаю. У меня идет энергетика, я вспоминаю вас, хороших людей, и мне хочется и хочется с вами общаться. Вам серьезно говорю. Дианочка, огромное спасибо. Я так понимаю, что вы не очень много смотрите мое видео. Но вы пишете, и я вот начинаю с вами знакомиться. Я начинаю вас изучать. Спасибо вам большое, Дианочка. Спасибо. Также я хочу поблагодарить, естественно, свою Маринку Цыганову. И не знаю, Марина мне года два, может, смотрит. Но, по крайней мере, года два она интенсивно мне пишет комментарии. Марин, ты одна из тех людей, которым я не льщу ни в коем мере. Я знаю, ты с характером женщина. У тебя такой стержень. С тобой... Знаешь, как, не то, что там есть такое выражение, ты палец откусишь, но ты, понимаешь, что вот я, как бы ты бы ни крутил, как бы там ты что-то не ухитрялся, да, вот ты как-то в своих высказываниях, ну, ты всегда права, ты как-то так вот четко, и ты чувствуешь людей, я тебе это 100 раз говорила, огромный низкий тебе поклон за твои замечания, за твою похвалу, и я прислушиваюсь, ты одна из немногих людей, которым я прислушиваюсь. Спасибо Марине Цыгановой. Иночка, Франция, значит, я тебе хочу что сказать. Я с тобой переписываюсь личных сообщений. Я очень рада, что нас с тобой жизнь свела. И мы с тобой в основном общаемся голосовыми, но когда ты пишешь тексты, та же самая душевная доброта, мягкость, пушистость. И ты очень откровенно в своих мыслях, и вот чувствуется, что вот у женщины за спиной нет никаких стрел и никаких топоров, и нет ни в мою сторону, вообще ни в кого. Очень сложная ситуация жизненная, человеку нелегко, семья разъединена, но она находит силы, находит какую-то любовь к людям относиться, знаете, по-человечески. Спасибо, Инна, что ты у меня на канале. Просто пользователь Татьяна. Татьяна, огромное вам спасибо.
Спасибо вам огромное за вашу лучезарность. Вы очень лучезарны, правда. Что делается? Еще одна Татьяна. Вот Татьяна, зелененький значок. Танечка, спасибо вам огромное. Спасибо за любовь к моей маме. Спасибо за понимание. Спасибо, что вы понимаете, что отношения мамы, дочери. Да, у нас живут тут три женщины. Старшая мама – это мама Вера. Я средняя. И Людочка, она пока еще не мама. Но я надеюсь, что когда-то это произойдет, она сделает меня бабушкой, Верочку сделает прабабушкой. В общем, давайте так, две мамы и одна будущая мама. И вы это понимаете, и мне об этом пишете. Огромное вам спасибо, просто Татьяна. Есть просто Татьяна, это Татьяна. В общем, Татьяны, как-то мне в начале моего пути с Татьяной мне очень везло. А сейчас вот Светочки, теперь Татьяны. Марин очень много. Спасибо вам большое. Так, Анна Гимранова, правильно? Извините, пожалуйста, да, я правильно прочитала ваше имя? Я вас давно вижу в комментариях, я иногда вам отвечаю, а иногда не отвечаю, но всегда читаю. Видите, я вас не заблокировала, потому что у вас все-таки есть чувство такта, у вас есть, и вам не все нравится, правильно, мы не куклы, мы не монеты, вы пишете замечания, иногда я реагирую, иногда я не реагирую. Анна, вот вы пишете, надо мне сходить к этому, скажите мне, сейчас, подождите, Анечка, подождите, к флебологу. Я впервые это слышу, но огромное спасибо, я поинтересуюсь, кто это и что это, и... Мне кажется, вот вы говорите, как-то шприцом они убирают, то, что я вообще вам вчера показала, варикоз на ножках, да, варикоз. Мне кажется, не стоит, это уж слишком, уже прямо шприц, не столь у меня так все безнадежно, чтобы я какими-то, ну, шприцам, ну, все равно, ну, приходила. Но все равно вам спасибо, Анна. Если вы меня смотрите, значит, все-таки чем-то моя семья вам близка, наверное, так, да, Анна? Анна, Аннушка. Красивая фамилия. Звать у меня Наталья, которая... У меня очень много новых зрителей, но те, которые пишут. Видите, я с вами знакомлюсь. Наталья. Извините, просто зелененький значок. Спасибо вам большое, что вам нравится моя энергетика. Многих людей раздражает жизнерадостность и какое-то, вот знаете, любовь действительно к людям, какой-то вот такой положительный посыл. Многие, к сожалению, это расценивают как кривляние. Поверьте, нет. У меня много видео, я могу быть жестокой, я могу быть очень злая, я могу прям матюкаться, орать, да? Я, ну, жизненные обстоятельства, могу плакать на канале, могу обижаться. Но у меня все равно больше видео положительных, более таких, знаете, я расположена к людям. Все равно, как бы там они ни лупили меня, все равно как-то до людей. Ирина Одинцова. До людей. Тоже я с вами познакомилась. Вот я только что зашла на ваш канал. Ирина Одинцова очень много мне написала. Аж 3 комментария. Привет вам из Крыма. Спасибо. Вы крымчанка, я так понимаю, да? По поводу комментариев вы пишете. В общем, Ирочка, вы новенькая, вы меня поддерживаете. Правда, мне приятно. В моей команде прибыла. Конечно, у меня картинка. Тут дорожка, тут диван. Девочки, ну я не буду строить из себя того, кто я не есть на самом деле. Вот я такая есть. Вот. Котики тут ко мне ходят. Дорожечки. Потому что потом химчистку сдавать, стирать. А линолеума в этой комнате у меня нет. В общем, как-то так, по-простому, чтобы было чисто, уютно. И вы правы, чтобы нравилось мне. Ирина Кравцова, и тоже с вами я знакомлюсь. Значит, рецепт беляшей можно посмотреть в плейлисте «Я готовлю». Там полно всего, там и консервация, и... Ой, там одна женщина столько написала про мою консервацию, я ее забанила. Ну, честно, не с повнорозуму там одна женочка была. Ну, честное слово. Я не знаю, чем люди наполнены. Ну, забанила. Ирочка, в общем, дорогая, плейлист «Я готовлю». Там просто тесто есть и просто жареные пирожки и беляши. Вкусно готовьте. Это так просто. Это очень просто. Рано утром встаньте и нажарьте свои беляши. Пока не жарко. София. Огромное вам спасибо. Вы тоже как лучик. Вот прямо вот
Ты мне хочется прям, улыбаться хочется, когда вы пишете, правда. Я вот, одна из немногих, которая меня понимает, что, блин, что вот здесь, да? Здесь может быть одно нарисовано, а вот здесь совсем другое. Спасибо, София. Как вы так прям, я не знаю, только новенькая моя, а так прям со мной, со мной. Евгений Сердюков, передаю тебе привет. Наташ, я передаю тебе привет. Мне так, я так рада, что ты стала заходить и писать мне комментарии. Наташенька, спасибо тебе огромное. Ты давно со мной, я знаю. Евгений Сердюков. Она как-то написала, говорит, у меня под ником Евгений Сердюков. Я когда еще мы с Женей жили, она говорит, а мы муж и жена тоже, Женя и Наташа. Я Наташа, а он Женя. И поздравляла с днем рождения, и подарки дарила. Ну, в денежном эквиваленте, помнишь? Так было приятно. Мы сидим сюда в ресторане, когда только пи-пи-пи-пи-пи-пи. Блин, Наташа, думаю, класс, спасибо тебе огромное. Так поздравила меня. Правда, так было приятно. Это было так неожиданно. Это было и неожиданно. Оно классно, когда неожиданно. Спасибо тебе огромное, что ты со мной, несмотря ни на что. И ты меня понимаешь, и я тебя понимаю. Понимаю тебя, Наташенька. Понимаю, солнышко. Мила Карпова, да, никогда я как-то вам... Ну, я читаю ваши комментарии. Ну, в творческой студии читаю. Вот я сейчас специально захожу и смотрю, что оказывается, ее зовут Людмила Карпова. Людочка, огромное вам спасибо. Спасибо, моя хорошая. Вы всегда... Я вот посмотрела на ваши комментарии, что вы мне пишете. Здесь видно на канале. Видите, я даже свое видео приостановила, потому что нельзя самой делать просмотров много. Оно ж постоянно крутит, крутит. Я хочу вам сказать, у вас... Спасибо вам за советы. Они такие простые, понятные и доступные. Светочке Зая хочу ответить. Это моя младшая сестра. И, а может быть, старшая даже дочь. Я ее обожаюсь. Хочу тебе, Светочка Зая, передать привет и сказать, ты спрашивала по поводу канала моего. Документы я все выслала, мне пришел ответ, все, никто больше не посягает на мой канал. И там, где были желтые значки на видео, там, где мне делали палки в колеса, был желтый значок. В общем, это они все исправили. И в 25-го... июля я получала с Ютуба зарплату, плюс 28-го они еще мне доплатили то, что были обязаны. Они убрали все эти желтые значки, пересчитали, и плюс $100 где взять? Плюс $100 где взять? Так что все пока тьфу-тьфу-тьфу, хорошо. И пока у меня партнерка, это Google, мне предлагают партнерку, но я не столько много зарабатываю, чтобы еще оплачивать партнерки. Но я ухо держу на пульсе, да, и это спасибо юристу Людиному. Людин юрист совсем разобрался и выслал все документы. В общем, тот, который ведет ресторан, она нам помогла, сказала, что надо делать. Вот так вот, так что все хорошо, Светочка, все хорошо. Фрейндин Кляйн, правильно? Фрейндин Кляйн. Кстати, вы то пропадаете, то появляетесь. Или, может быть, просто знакомый ник какой-то. Тоже спасибо вам огромное. Надеюсь, вы подписаны на мой канал. И я смотрю, вы пишете. Я пока только вижу на своем канале 2 комментария. Но они такие яркие. Они яркие и позитивные. Спасибо вам большое. Я вот не пойму, вы женщина или мужчина? Просто если вы женщина, значит, вы такая, как я. А если вы мужчина, вы тоже такой, как я. Я надеюсь, что, наверное, женщина, да? А ну, сейчас посмотрим. Ну, пишет Шик Мадера Шентеклера. Значит, женщина. Наша Белоруссия. Новости шоу-бизнеса. Да, по-моему, новости шоу-бизнеса у тебя канал. Значит... Наташ, ты со мной уже 6 лет. Спасибо тебе огромное. Ты молодец. Белорусочка ты моя. Спасибо тебе огромное. Прямо я поражаюсь твоему постоянству. Ты одна из немногих, которые вот... Люди там... Вот люди влюбляются, я уже говорила в меня, да? Мой канал. Потом только раз, и никого нет. Нет. То ли просто не пишут им никогда, то ли просто бросают меня. У тебя постоянство. Завидно. Спасибо тебе огромное. Правда, спасибо. А мне очень обидно, когда люди пропадают. Хотя, наверное, по тем или иным причинам. У людей разные обстоятельства.
Может, у них меняются взгляды, а может, и разочаровываются в меня, во мне. Ну, почему нет? Почему нет? Людмила, я и мои рубрики. Людмила, спасибо тоже. Людочки, все Людочки тоже такие мягкие. Спасибо вам огромное. Мне это очень льстит, и мне очень приятно, что я вас как-то заряжаю. Спасибо вам огромное. Правда, мне же неудобно. Вы пишете так откровенно. Спасибо. Так, Наталья Петренко, за арбузы. Это просто моя хорошая. За лекарства спасибо. За воду из организма. Наталочка, спасибо. Наталья Петренко, огромное спасибо. Я хотя бы так вас поблагодарю, да? Так, кто тут еще, чтоб я так это сам... Псевдоним, спасибо, вы тоже редко, но заходите ко мне, пишите. Мы с вами можем быть не согласны, и вы бываете очень резки в высказываниях. Ну, я хочу вас поблагодарить, что когда вы откликаетесь на позитив и добро, это очень хорошо. Спасибо вам огромное, что вы со мной. Ой, какой-то новый какой-то... Вы этот канал. Озидрак ТВ. Тоже спасибо. Я там ничего не поняла. Ну, спасибо. Так. Алена «Вкусное и просто». Аленка тоже со мной уже очень много лет. У нее канал свой «Вкусное и просто». Я не знаю, Алена, ты сейчас ведешь канал, не ведешь. Я вижу твои работы в Инстаграме, вижу твои работы в ТикТоке. В общем, девочка, я как-то по ее рецептам много готовила рыбы, картофель готовила вкусный очень по ее рецепту, сухофрукты делала я, орешки. Там, где у тебя 500 000 просмотров, помнишь, собралось? Ты со мной, ты меня поддерживаешь всегда. Я вообще не знаю, не лень тебе. Спасибо, Одесса. Ничего, я когда буду в самой Одессе, я обязательно с тобой увидимся. Спасибо тебе большое. Баньковская, Наталья Петровна, сестра ее, девочки, появились. Спасибо. Так, вот еще пишет женщина мне сейчас, девочки, 2 секунды. Нина Зайцева мне пишет. Наташенька, мне 70+. И мне приятно смотреть на вас. Успеете еще носить удлиненные наряды. Радуйте нас такой, какая вы есть. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Доченька, сюда подойди. Посмотри. Вот, доченька моя, умытая. Умытая, красивенькая. Доброе утро. У меня ракурс, знаете, постелька, коврик. Ну что, ужас, Люда? Ну я. Где мне? Сейчас я тут цветы поставлю, все наставлю. Все. Так, я уже одеваюсь. Вставай, иди. Нет проблем. Все, давай. Давай. Ну, ты одеваешься, да, Люда? Да, мам, я уже одеваюсь. А я давно одета. А я уже одеваюсь. А я давно одета. Ну, давай. Все, девочки, в общем, я вас поблагодарила. Спасибо вам огромное за все. Сейчас я возьму камеру в руки. Еще можно говорить о своих подписчиках. Ведь я редко это делаю, но как-то вас надо отблагодарить, потому что редко это получается. Мне кажется, любому человеку приятно, когда он смотрит блогера. И знаете, как я называла одних и тех же? Помните? Свету Абрамову, Свету Заю, Натали из Италии. Вот. И такое впечатление, что о вас нету. Девочки, вы есть. Я с вами знакомлюсь. Правда. Мне очень приятно. И просто время я сильно затянула видео. Я, может быть, каждый день буду там по пару человек вас вспоминать. Я даже не могу это слово сказать. Про негативных людей даже не хочу говорить. Боже, как это правильно. Я только сейчас начинаю понимать. Век живи, век учись. Как это правильно, что как вы мне пишете, Нателла. Не надо вообще... Ну, кто они? Кто это? Могу только одно сказать. Про этих женщин. Зачем вообще про них говорить? Просто я иногда читаю, Неужели это все... Знаете, думаю, неужели это все они в мою сторону пишут там? Про Бога, побойся Бога. Чего? Что случилось? А, значит, еще хочу объяснить. Был такой инцидент, когда мы были на пляже. Я там одной женщине писала, она как умалишенная. Сейчас, девочки, хочу просто объяснить. Значит, мы лежали на пляже, я пошла купаться. К Людочке пристал мужчина. Я подошла, он ушел. Я говорю, Люда, кто это, что это? Ну, как пристал? А вам говорили, что вы очень красивая? Люда говорит, пожалуйста, очистите пространство мое. Ну, не захотела она с ним знакомиться. Вот.
Проходит где-то минут где-то 20-30, и мы его видим, он готовый, девочки, под веществами. И я говорю: «Боже, посмотри, какое убожество». Там шли девочки. Я вообще не могу понять, с чего вы так решили, что я на какую-то... Вот там шли женщины, это пляж, ходят женщины. И я, смотря на него, говорю: «Боже, ты посмотри на это убожество». И там вот у нас были молодые девочки. Это надо меня, знаете, это плохо, надо меня хорошо знать, чтобы я такое сказала. Я что, повернула камеру на женщин и сказала: «Посмотри, какое убожество», или «Посмотрите». Я высказала сторону этого неадекватного мужчины, потому что да, это было убожество. Девочки, я ей написала, это две женщины, вам женщины писали, мне две женщины писали. Я написала текст один и тот же, что вы ошибаетесь. Ну, вы ошибаетесь. И потом, знаете, я хотела сказать этой женщине: не ищите кота в темной комнате. Ё-моё. Так я ей объяснила. Ну, я написала: так и так, за мужчину. Нет, на заднем плане шли женщины. Во-первых, это были не женщины. Это были девочки-подростки возле нас. Вот. И еще раз хочу сказать, я никогда не оскорбляю женщин, только именно дур. Вот когда она идет, написано, что она дура, когда она орет на меня в магазине, говорит, что она уничтожит всю мою семью, Нателла, ты такая сякая, тогда я говорю: ты дура, все, понимаете, все. Никто, почему никто, вот именно только две женщины? Никто больше, все люди поняли, ну да, какой-то, ну Нателла увидела какое-то убожество. Так эта женщина, ладно, а вторая, та, которая потеряла дочь. Моя дорогая женщина, я не знаю, как вас зовут, я забыла уже про вас. Я вам посочувствовала, я разделила ваше горе. Это было искренне. Ну что же вы пишете, что с вами? Ну, как-то надо успокоиться. Хотя я не знаю, как это можно успокоиться. Ну, правда, какие-то успокоительные попить. Вы мне такой текст написали, что про мою маму такое написали. Понимаете, это вы не мне пишете. Вы, наверное, описали свою семейную ситуацию. Я начала читать про мать, то, что вы пишете про мою мать. Я не помню, я вас забанила. Если я вас найду, я, наверное, вас забаню, потому что, ну, это невозможно. Я все понимаю. Ну, надо немножечко иметь какие-то границы. Почему-то я эти границы имею. Имею, правда. И никогда никому не лезу в душу, пока мне сами не расскажут. Никогда не ковыряюсь и не подковыриваю человека. Не глумлюсь и не смеюсь. И девочки, которые со мной общаются в личных сообщениях, они об этом знают. Если Инна посчитает нужным мне рассказать, что у нее происходит в семье, она мне рассказывает. Я никогда первая не спрашиваю. Я понимаю эту боль. Я понимаю, как людям трудно. Я понимаю, как люди живут и выживают. И если я жру иногда просрочку, это не говорит о том, что моя дочь воровка. Воруют в ресторане. Моя дочь работает управляющей ресторана. И моя дочь не пойдет. Это все равно, чтобы пойти взять у себя в холодильнике и украсть. Если мы покупаем рыбу. Моя дочка забыла название рыбы, которую она купила. И вы за руку ловили? Подойдите к любому. На улице обвините воровство, да вас засудят. А тут можно. Если бы были воровками, мы бы просрочку бы не жрали. Бывают и такие моменты в жизни. Это вот я не знаю, как зовут этих женщин, просто отвечаю на комментарии. Но всем вам, мои хорошие, огромное спасибо. Я надеюсь, вы меня поняли. Ну, а по поводу зубов, зубы свои и какие Бог послал. Смотрите на свои зубы, мои дорогие. Еще хочу ответить. Там девочки, не можем разобраться, сколько вам лет. 54 года. Я вас целую, обнимаю.
Всем огромное спасибо. Наверное, еще увидимся. Пока. На безпеки. Пройдіть найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Ти ж весь рост. Ти в найближче укриття собралась? Будем же ехать. Пас, я вот так, корзиночку. Час опять, наверное, как раз время такое. Они как раз любят, падла, в это время. Высокий рівень небезпеки, да? Ну, Людочка сегодня тигр. Ап, и тигры у ног моих сели. Ух ты, ё-моё. Так, все, выключаю, сирена.